Демид. ИПТИ, рост 162, Марина. 18 лет. Здравствуйте, как уже сказали, меня зовут Марина, я студентка Института промышленной технологии и инжиниринга, обучаюсь по специальности ресторанное дело. Ну, если вкратце о себе рассказать, в детстве родители отдали меня на художественную гимнастику, далее я пошла танцевать современную хореографию. Из спортивной... В спорте я также занималась и другими видами деятельности, из художества... Боже. Могу выделить флористику и фотографию. Вы что-то можете вот процитировать сейчас, может, стихотворение любимое? Вы знаете, я договорю, наверное. Нет, немножко не так. Мы тебя для того и перебиваем, чтобы понять, насколько ты готова вообще. Последние два года я занимаюсь... Это какой автор? Я занимаюсь написанием и исполнением рэп-композиций. В скором времени выйдет дебютный альбом. Наверное, можно вот твой шорт-лист там первого? Гостов забыть. Я, наверное, это буду демонстрировать на самом выступлении. Кусочек, промо, превьюшечка. Тизер. Никита, сделай битбокс. Биточек. Вы знаете, наверное, тогда битбокс, не да, будет давай. Смысла. Будет. Будет, будет. Сейчас целый альбом. Да. А нам интро нужно. Ну, ребят, действительно. Я... Ладно. Все, спасибо. Вы зря отказываете членам жюри. Итак.